В отделение реанимации ОКБ ежегодно поступает более 400 человек. Среди них те, кто упал с высоты, жертвы ДТП, особенно много пострадавших доставляют с федеральных трасс, это около 30% больных, а также люди, получившие бытовые травмы. Поставить на ноги по статистике удается 8 из 10 человек. Длительность лечения непредсказуема. Пациента могут выписать как на следующий день, так и через несколько месяцев. Был пациент, с тяжелой черепно-мозговой травмой, который находился в отделении больше 100 дней. Тяжелая черепно-мозговая травма. Был выписан потом в дальнейшем и сейчас в настоящий момент находится дома на реабилитации. Навещать родственников, попавших в реанимацию, раньше было нельзя. Вопрос оставлялся на усмотрение медицинского учреждения. Теперь это право закреплено в федеральном законе. Он вступил в силу с 9 июня. Врачи ОКБ отнеслись к нововведению с энтузиазмом. Здесь и ранее была подобная практика. Почему я сторонник даже наоборот посещения? Потому что все, что за закрытыми дверями, это у всех вызывает какую-то опаску, что ли. Да, люди, когда вот за закрытыми дверями, они сразу думают, что что-то вот происходит не так, как они думают. А в этом отношении мы абсолютно прозрачны, пожалуйста. То есть вы можете прийти, посмотреть. Сейчас многие ходят к родным, как на работу, навещают каждый день. При этом в палате одновременно могут находиться не более 2 родственников на одного больного. Остальным придется подождать своей очереди в коридоре. Сделано это для удобства, чтобы не создавать давку. При этом в палату допускаются только близкие родственники. Существует определенный режим посещения. Вот, чаще всего это послеобеденные часы, когда чуть-чуть спадает там интенсивность работы, когда плановые какие-то мероприятия заканчиваются, и в это время уже родственники свободно могли посещать своих родных. Нельзя по детям посещать, конечно. Ну и люди, которые имеют какие-то хронические заболевания, которые имеют какие-то инфекционные заболевания, также не допускаются к посещению в отделении реанимации интенсивной терапии. Справку приносить, конечно, не нужно, однако врачи предложат ответить на несколько вопросов и посмотрят на наличие признаков инфекционных заболеваний. Точный список правил посещение появится, когда его утвердит Министерство здравоохранения. Пока можно ориентироваться на письмо с рекомендациями того же ведомства и мнение врачей. Одним из условий также является, но все-таки пациент должен хотя бы минимально контактировать с родственниками. Если он находится в крайне тяжелом состоянии, если он находится в глубокой коме и отсутствует какой-то контакт, связь его с внешним миром, то, безусловно, польза, на мой взгляд, от этого посещения немного. Вот. А если пациент уже находится в стадии выхода из комы, и он эмоционально реагирует на приход родственников, то это, безусловно, является положительным фактом его выздоровления, особенно у пожилых пациентов. Стоит отметить, что также на базе ОКБ для родственников проводят экспресс-курсы по уходу за больными, ведь после выздоровления им придется помогать выполнять простейшие бытовые операции, например, перестелить больного, покормить его, обработать кожные покровы. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».